Весна. Март. Сегодня у нас первое. Нет, я не ошибся. Я понимаю, сегодня 2 марта, но у нас первое воскресенье весны. И именно с этого тиража мы в каждом нашем тираже будем разыгрывать автомобили. Ну и, конечно же, в сегодняшнем 438-м первом весеннем тираже Всероссийской телевизионной игры лотереи «Русское лото». Ну а для того, чтобы выиграть автомобиль или какой-нибудь другой крупный денежный приз, нужен, конечно же, билет и какая-нибудь канцелярская принадлежность. Ну, например, ручка, карандаш. И поэтому не случайно 10 марта в выставочном комплексе на Красной Пресне открывается международная выставка «Канц Экспо Весна 2003». В нашей тиражной комиссии участники этой выставки, которая представляет Россию на «Канц Экспо Весна 2003», представители компании «Офис Лига». Генеральный директор компании «Офис Лига» Валерий Савастеев. Заместитель генерального директора Николай Цикун. И менеджер компании Татьяна Буклова. Честно говоря, даже не смогли пожать друг другу руки, потому что 8 марта еще через неделю, а вы уже с цветами, я смотрю. Да, сегодня не 8 марта, но тем не менее для мужчин нашей компании каждое воскресенье это праздник. Не отступая от традиции, мы бы хотели сегодня подарить прекрасным вашим ассистентам эти замечательные цветы. Но а это поскольку прекрасно. Сегодня не 8 марта, ведущему... Ручку! Спасибо большое. Ну, я очень рад, я теперь тоже могу участвовать в игре, потому что у меня есть канцелярская принадлежность. Спасибо за этот благородный, поистине мужской поступок. Моим ассистенткам, я думаю, завидуют все женщины, которые сейчас видят их по телевизору. А я хочу вам подарить нашу медаль, памятную медаль, выбитую в честь выхода в эфир первой нашей передачи «Русское лото» 16 октября 1994 года. У нас в гостях «Офис Лига». Ну, а теперь я прошу вас приступить к обязанностям членов тиражной комиссии. Осмотрите наш игровой снаряд, проверьте наличие всех бочонков. От первого и до последнего. Переставьте их в любом порядке, а я тем временем передам слово нашей компьютерной группе. Говорит Галина Силакова. В 438-м тираже принимает участие 954 366 купленных вами билетов. Призовой фонд игры составил 14 315 490 рублей. Все в порядке? Да. Николай Егорович, все в порядке? Все в порядке? Ну, замечательно. Тогда я подставляю наш игровой мешок, и мы начинаем вращение штурвала. А мне остается пожелать удачи всем, кто сегодня играет в 438-м тираже Всероссийской телевизионной игры лотереи «Русское лото». Ну, все замечательно. Теперь прошу вас за стол тиражной комиссии. Там вас ждут протоколы. Протоколы заполняйте по порядку по мере появления номеров. И по мере появления этих номеров мы будем с надеждой вглядываться в наш билет. Потому что если первые 15 номеров, которые появятся из мешка, окажутся в числе 30 номеров вашего билета, вы станете обладателем нашего суперприза «Джекпот». Джекпот составил 7 600 743 рубля. Вот эта сумма! Более 7 600 000 рублей составляет на сегодняшний день джекпот.
А как там наша кубышка? В кубышке 429 464 рубля. Это кубышка. Ну, к розыгрышу кубышки, которая уже сегодня более 400 тысяч рублей накопила, мы вернемся в самом конце нашего тиража. А начнем все по порядку. Призовой фонд первого тура. 61 851 рубль. Это для начала. Итак, мы начинаем. Начинаем игру в первом туре. Весна. И невольно все мы мечтаем о самом красивом. Сегодня в первом туре вместе со мной играет счастливая победительница, мать двоих детей, профессиональная певица, победительница конкурса «Российская женщина-2002». Самая красивая женщина России – Анжелика Агурбаш. Я думаю, будет справедливо, Анжелика, если мы пригласим сюда организатора конкурса красоты для замужних женщин, миссис Москва и российская женщина, это Алла Маркина. Аллочка, пожалуйста, сюда. Я думаю, будет справедливо, если мы тоже в коллекцию Анжелики вот подарим вам свою медаль, выбитую в честь выхода в эфир нашей первой передачи. Ну, приятно быть такой титулованной, самой красивой женщиной России. Конечно, приятно. Вам приятно быть популярным ведущим, такой популярной передачи? Мне приятно постоять рядом с вами. Здесь присутствует ваш супруг. Здесь у нас в студии ваш супруг. И, честно говоря, я вот хотел спросить, Алла, ну... Для чего? Да, ну, можно, конечно, можно микрофончик сюда приколоть. Но почему, вот сейчас мои ассистентки это сделают, почему участвуют молодые девушки в конкурсах, это понятно. Это все-таки праздник невест. Но что толкает на этот подвиг замужних женщин? И как к этому относятся их мужья? Знаете, самое прекрасное, это то, что женщина, даже когда она выходит замуж, она все равно в тайне остается маленькой принцессой, и ей всегда... Хочется быть женщиной, какой-то, может быть, ну, не столько земной, ходить в магазин, воспитывать детей, а в душе вот, одевать на себя красивые платья, делать красивые прически, нравится другим, нравится мужу. И я думаю, что это прекрасное стремление, которое я стимулирую. Оно очень нужно, тем более на пороге весны. Замечательно. Скажите, вы действительно профессиональная певица? Да, где вы пели? Где вы пели? Я пела. Вообще меня очень знают хорошо в Беларуси. А, в России вот пока меня не очень хорошо знают. Вот я была солисткой ансамбля «Веросы». «Веросы», замечательно. Лет, да, и потом я уже 7 лет работаю самостоятельно. Замечательно. Ну, я думаю, что в одной из наших будущих передач мы, думаю, предоставим вам дебют, чтобы вы у нас спели. Ну, а так, мне остается только радостно еще раз напомнить, что у нас в гостях... Анжелика Агурбаш, самая красивая женщина России, 2002. Я думаю, игрокам будет приятно, если именно вы и начнете нашу игру в первом туре. Итак, будьте внимательны, зачеркивайте в своих билетах. Один номерочек, не заглядывайте. Я разделяю ваше женское любопытство, но не заглядывайте. Итак, номер 82. Ну и, конечно, организатору и вдохновителю. Я хочу, чтобы сейчас выиграл мужчина. А сейчас еще не может никто выиграть, но желание похвально. Да. Номер 63. Номер 63. Прошу. Номер 8. Номер 8. Анжелика, дело в том, что это вы вытащили счастливый номер. 8 марта, Международный женский день.
И наш супертираж 8 марта. Естественно, у вас, это для вас, подарок. Естественно, вы себе вытащили счастливый номер, это подарок. Дело в том, что, конечно же, наш 439-й праздничный тираж посвящен Международному женскому дню 8 марта. Вот у вас в руках эти билеты. Вот, глядя на эти билеты, разве можно подумать вам, что, например, на один из них выпадет часть уникального призового фонда до 150 миллионов рублей, кубышка, джекпот, квартиры в Москве, автомобили Toyota RAV4, 50 автомобилей ВАЗ. Каждый 8-й билет выигрышный русское лото. Подарить приятно, выиграть легко. А можно так, чтобы все сразу выиграть? Ну вот, будем считать, что у вас в руках как раз каждый билет, он и будет каждый этот 8-м. Итак, номер 46. Номер 46. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов 18 билетов имеют по 4 совпадения из 5 в одной горизонтальной строке. Первый тур выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, настала пора, когда каждый последующий бочонок может стать решающим. Прежде чем вы попробуете его вытащить, я хочу, чтобы вы прикрепили себе номера и остались в нашей студии после первого тура для того, чтобы вы играли вместе с нами. Глядишь, вам еще повезет. Итак, Алла, прошу вас. Это номер 31. Номер 31 лидирует 109 билетов. Итак, игра в первом туре продолжается. Номер 14. Номер 14. Стоп, игра! Стоп, игра! В первом туре выиграли 2 билета по 30 925 рублей. Мы поздравляем! Мы поздравляем! Двух победителей игры в первом туре. Я надеюсь, что это, как вы хотели, были мужчины. Я прошу вас занять места в нашей студии. Глядишь, вам еще сегодня повезет, и мы увидимся. И это для меня, ну, естественно, замечательно. Да. Спасибо большое. Я это должен оставить одно себе, а остальные, если вы позволите, раздать нашим зрителям. Итак, самая красивая женщина России 2002. Алла Маркина, организатор и вдохновитель ее побед. Я прошу вас занять места в студии. А здесь мы с нетерпением ждем игрока под номером 14. Именно этим номером и завершилась игра в первом туре. Вам, как говорится, начинать игру во втором и решать своей рукой, кто будет играть за столом во втором туре. Это номера 66. Номер 66. Номер 66. Телезрители и радиослушатели, не забывайте зачеркивать эти номера в своих билетах. Номер 20 ровно. Номер 20. Номер 20 играет здесь, а вы продолжаете начатое дело. Номер 12. Номер 12. Номер... Внимание. Внимание. После 9-го хода 26 билетов претендуют на денежный приз «Джекпот». Ах, вот как! Вот как складывается сегодня игра. 26 билетов претендуют на денежный приз «Джекпот». Это более 7 миллионов 600 тысяч рублей. Как вас зовут? Наташа. Наташа, вы можете нам помочь сообразить, вот как бы вы распорядились такой суммой, если бы вам удалось ее выиграть? Потому что 26 человек находится на пороге выигрыша. У вас есть мечта? Мечта? Что бы вы купили? Квартира. Квартира. Конечно. Нужна. Нужна. Я вам советую играть в нашем тираже, посвященном Международному женскому дню 8 марта. Там разыгрывается квартира в Москве. Ну и, конечно же, я думаю, что те, кто сегодня претендует на джекпот, могут воспользоваться вашим советом. Номер 35. Номер 35. После 10-го хода лидирует 7 билетов. Итак, я вас благодарю. Вы определили состав участников игры за столом во втором туре. И прежде чем вы вернетесь на свое место, я прошу вас получить вот этот сувенир. Часы с логотипом телевизионной игры лотереи «Русское лото». Время выигрывать!
Вы возвращаетесь на свое игровое место, а я напоминаю нашим радиослушателям, что в праздничном 439-м тираже разыгрывается уникальный призовой фонд до 150 миллионов рублей. Кубышка, джекпот, квартиры в Москве, автомобили Toyota RAV4, 50 автомобилей вас. Каждый восьмой билет выигрышный. Русское лото. Подарить к 8 марта приятно, выиграть легко. Ну, а теперь нам нужно узнать, каков призовой фонд второго тура. 123 702 рубля. Это еще больше. Итак, мы продолжаем игру во втором туре. Ход ваш. Пожалуйста. Как вас зовут? Ильгиз. Как? Ильгиз. Ильгиз. Очень приятно. Номер 49. Номер 49. А вас как зовут? Татьяна. Татьяна. Номер 45. 45! Счастливое число! Номер 45. Игра продолжается. Танечка, можно я вас буду так называть? Ничего? Да. Это счастливое число. Дело в том, что адрес дирекции Русского лото — Ленинский проспект, дом 45. Вот уже более 8,5 лет. Каждый игрок, который вытаскивает из мешка этот счастливый номер, получает приз от дирекции Русского лото. Сегодня это посчастливилось сделать вам. Вы послушайте, как радуются за вас наши игроки. Поздравляю. А мы продолжаем. Продолжаем нашу игру. Как вас зовут? Рузана. Как? Рузана. Очень приятно. Номер 32. Номер 32. Игра продолжается. Как вас зовут? Александр. Александр. Очень приятно. Номер 80. Олимпиада в Москве. Номер 80. Игра продолжается. Пожалуйста. Номер 54. Номер 54. Внимание. Внимание. После 15-го хода в 438-м тираже джекпот не разыгран. Не разыгран джекпот. Не разыгран джекпот. Значит, имеет смысл играть в нашем следующем праздничном тираже. Уж там-то призовой фонд до 150 миллионов рублей. А вдруг еще и джекпот разыграем к 8 марта. Так, значит, как вас зовут? Я уже спросил, я говорю, Танечка, как вас? Татьяна, сейчас еще. Да, нет, нет, я... Счастливая. Я... Дело в том, что мои ассистентки, они переспрашивают, как зовут, у вас не совсем обычное имя. Как правильно пишется? Ильгиз. Ильгиз. Да, теперь все понятно. Номер 30. Номер 30. Так, Рузана. Номер 17. Номер 17. Александр. Номер 55. Перчатки. Номер 55. А как переводится это имя Ильгиз? А? Никак. Никак не переводится? Просто не совсем обычное имя. Номер 52. Номер 52. Ну, Татьяна тут, как говорится, спрашивает нечего. 78. Номер 78, верно. Номер 78. Номер 84. Номер 84. Пожалуйста. Номер 6, точка внизу. Номер 6. Номер 60, ровно. Номер 60. И вновь мы с вами. Номер 36, верно? Номер 36. Номер 74. Номер 74. Хорошо. Номер 13, чертова дюжина. Номер 13. Ильгиз. Номер 39. Номер 39. Татьяна.
Номер 57, верно? Номер 57. Прошу. Номер 59. Номер 59. Номер 27. Номер 27. Номер 42. Номер 42. Номер 90, дедушка. Номер 90. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 14 совпадений из 15 в одной карточке. Второй тур. Выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одной из карточек раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Рузан, вы напомнили правила, по которым мы играем во втором туре. Сейчас появились билеты, в которых 14 номеров из 15 в одной карточке уже зачеркнуты. Естественно, каждый ход может стать последним для игры во втором туре. Тому, кому из вас, играющих за столом, посчастливится достать счастливый номер, номер 41. Номер 41 лидирует 3 билета. Тому достанется специальный приз, Александр. Номер 5, Ахиллесова пята. Номер 5 лидирует 4 билета. 4 билета. Ильгиз, как у вас с удачей взаимоотношения? Номер 70, ровно. Номер 70. Стоп, игра! Стоп, игра! Вот он, победитель! Во втором туре выиграл один билет. Его выигрыш 123 702 рубля. Давайте поздравим, поаплодируем человеку, который с вашей легкой руки выиграл всю призовую сумму второго тура. Вам, естественно, приз. Как человеку, доставшему этот счастливый бочонок, всем игравшим за столом сувениры от нашей передачи и самая большая награда – аплодисменты зрителей тем, кто играл и выиграл. Вы возвращаетесь, мои ассистентки вам помогут, не волнуйтесь. Вы возвращаетесь на свои игровые места, продолжайте играть вместе с нами. Ваше место занимает игрок под номером 70. Здрасте. Вам предстоит вытащить по одному 4 бочонка из мешка. Игроки под этими номерами. Номер 81. Номер 81. Занимает места за нашим игровым столом. Номер 73. Номер 73. Далее. Номер 47. Номер 47. Номер 47. И последний, четвертый игрок, он займет ваше место. Но вы не расстраивайтесь, вы знаете об этом и знаете, что вы непременно получите приз. Номер 77, топорики. Номер 77. А вам сувенир, те самые часы с логотипом телевизионной игры «Лотерея Русского», на которых написано «Время выигрывать». Ваше законное место нам только осталось узнать. Каков призовой фонд третьего тура? 185 553 рубля. Еще больше в третьем туре. И мы продолжаем игру в третьем туре. Вот ваш. Как вас зовут? Сергей. Сережа. Номер 19. Номер 19. Прошу, как вас зовут? Рушана. Рушана. Очень приятно. Номер 86. Номер 86. А вас как зовут? Рита. Рита. Номер 64. Номер 64. А вас как зовут? Валентин. Валентин, очень приятно. Пожалуйста. Номер 87. Номер 87. Прошу. Номер 61. Номер 61. Вот ваш.
номер 22 у тебя-то? Номер 22. Прошу. Номер 48, половину просим. Номер 48. Валентина. Номер 58. Номер 58. И вновь мы с вами. Номер 11. Номер 11. Сереж, я вас поздравляю. Вы вытащили счастливый номер барабанной палочки. Вы знаете об этом, да? Барабанные палочки, которые вот уже 438 недель в руках у нашего постоянного ударника Александра Белоусова. Саша, мы аплодируем тебе. Ну а вам приз от нашей передачи и аплодисменты зрителей. Счастливое число номер 11. Рушан, последуйте примеру Сергея. Номер 28. Сенкосин. Номер 28. Рита. Номер 76. Номер 76. Прошу. Номер 26 бакинских комиссаров. Номер 26. Сереж. Номер 88 матрешки. Номер 88. Прошу. Номер 15. Номер 15. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 29 совпадений из 30 в билете. Третий и последующие туры выигрывают билеты, в которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, объяснял вам... И еще раз объясняю всем телезрителям и вам в том числе, что появились билеты, в которых 29 номеров из 30 зачеркнуты. Теперь каждый последующий ход может стать решающим для игры в третьем туре. Номер 24. Номер 24. Лидирует один билет. Один билет. Прошу вас. Номер 9. Точка внизу. Номер 9 по-прежнему лидирует один билет. Один билет. Сережа, вперед. Номер 29. Номер 29 лидирует один билет. Эко далеко оторвался-то. Абсолютно один сидит и ждет. Молит вас об этом. Один номер. Номер 65. Номер 65 по-прежнему лидирует один билет. Вот вы сейчас увидите этого человека. Что вы ждете от нас? Может быть, номер 89? Номер 89 лидирует один билет. Все, никак не можем ему помочь ничем, а? Номер 83, может быть? Повторите, пожалуйста, номер. Номер 83. Номер 83 лидирует два билета. Два билета. Ну, а теперь их стало больше. Кому чего надо. Номер 85. Номер 85 лидирует два билета. Два билета. Ну, в один из этих двух же можно попасть. Номер 18. Номер 18 лидирует четыре билета. Теперь их стало еще больше. Номер 33. Кудрин. Номер 33 лидирует 12 билетов. 12 билетов. Ну, теперь вообще, Валентин, по-моему, совсем простая задача. Номер 53. Номер 53. Стоп, игра. Стоп, игра. Вот Валентин, который достал счастливый бочонок. Я от души вас поздравляю. Всем в третьем туре выиграл один билет. Его выигрыш 185 553 рубля. Всем игравшим за столом нужно поаплодировать. Будем надеяться, что это был именно тот билет, который был первым.
потому что выиграл один билет и всю призовую сумму, причитающуюся на третий тур. Мне остается только поздравить вас с этим выигрышем, от души порадоваться за вас. А сделал это для вас своей рукой Валентин. Валентин, вот это приз, который вам положен. И если у вас нет боязни сыграть суперигру, потому что вы можете потерять этот приз, мы можем предложить вам сыграть суперигру. Там более крупные призы. Вы на кого сейчас посмотрели? На супругу, да? Она что сказала? Она сказала: играй, играй, родимый. Валентин играет суперигру. Вот. Значит, что вам предстоит сделать? Быстро, пересчитав бочонки, засыпьте их в этот мешок. А этим временем напомню, что если вы вытащите ноль, мы будем с вами играть на теплорадиатор. Единица на видеомагнитофон. Далее 2 пылесос, 3 видеомагнитофон, 4 музыкальный центр, 5 магнитола, 6 телевизор, 7 СВЧ, 8 большой телевизор и 9 компьютер. Итак, мы с вами играем. Телезрителям не нужно зачеркивать этот номер. Мы играем на музыкальный центр. Итак, вы можете выиграть музыкальный центр, если вы, посоветовавшись еще раз с вашей супругой, да? Вы должны выбрать один из этих двух. Вот он выбирает. Пусть выбирает сам. Вы всегда так поступаете в семье, да? Посоветовавшись с женой, решайте все сами. Верно. Вот этот. Ну, дай бог вам удачи. Как поддерживает студия, да? Ну, дай бог удачи. Приз! А теперь вместе посмотрим. Во втором-то не было ничего. Вот так. Дорогие мужчины, накануне праздника 8 марта. Во-первых, подарите своим милым женам билеты нашего праздничного тиража, потому что там есть чего выиграть. И потом, если есть сложные какие-то вопросы в семье, посоветуйтесь с женой и решайте все сами. Так, как это сделал Валентин. Ну, а мы продолжаем. Вы забираете свой приз, возвращайтесь на свое место к супруге, а мы продолжаем игру в четвертом и последующих турах. И вместе со мной играет молодая певица, которая дебютирует в нашей передаче. Это Ольга Сергеева. Олечка, я вас прошу сюда. Я хочу, чтобы все посмотрели на вас, прежде чем мы вас услышим. Да? Вот, очень хорошо. Показывайте молодую красивую певицу. Пожалуйста, мы продолжаем игру. Это номер 51. Номер 51 выиграла 3 билета по 78 345 рублей. Продолжаем нашу игру. Номер 71. Номер 71 выиграла 4 билета по 77 314 рублей. Номер 16. Номер 16 выиграл 4 билета по 86 591 рублю. Ну, надо поработать. Номер 21. Номер 21 выиграла 4 билета по 80 407 рублей. Оль, я действительно очень рад, когда на нашей эстраде появляются молодые, красивые исполнительницы, тем более с хорошим голосом и умеющие петь. Номер 3. Номер 3 выиграл 14 билетов по 26 507 рублей. Потому что Оля закончила Гнесинскую академию, это верно? Гнесинскую академию. Номер 69. Номер 69 выиграла 22 билета по 16 869 рублей. Ну и еще я хочу сказать, что несмотря на свою молодость, Оля лауреат многих международных конкурсов, верно? Все верно. Номер 56. Номер 56 выиграла 25 билетов по 14 844 рубля. Мы тут за этой суетой забыли вам напомнить, что такие крупные выигрыши
только в русском лото номер 23. Номер 23 выиграл 51 билет по 7276 рублей. А игра пошла вширь. Номер 79. Номер 79 выиграли 72 билета по 6356 рублей. Номер 72. Номер 72 выиграли 110 билетов по 3936 рублей. Номер 43. Номер 43 выиграла 204 билета по 1819 рублей. Вперед и дальше. Номер 50. Полста ровно. Номер 50 выиграли 262 билета по 1416 рублей. Номер 10. Номер 10 выиграла 414 билетов по 896 рублей. Это счастливый номер нашей передачи. Я думаю, Валерий Федорович, может, вы сами это сделаете. Дело в том, что 10 марта открывается международная выставка «Канс Экспо Весна 2003». И там нашу страну будет представлять фирма «Офис Лига». Вот генеральный директор Валерий Федорович, да, вручает вам эти часы. И я думаю, что и нам, и вам будет приятно. Спасибо большое, Валерий Федорович. И вам будет приятно, когда вы будете вот глядеть на эти часы, да. Будем считать, что начинается отсчет новой творческой эры в вашей биографии. Номер 38. И вновь счастливое число. Ну, а это уж я. Дело в том... Номер 38 выиграла 878 билетов по 423 рубля. Ну, дело в том, что, конечно же, выиграли наши игроки. И сегодня 438 тираж. Значит, сегодня число 38 счастливое. А у вас легкая счастливая рука, и мы вам вручаем приз. Вы вытащили счастливый бочонок. Оля Сергеева. Мои ассистентки ассистируют вам. А вы продолжаете работать для почитателей своего таланта. Номер 68. Номер 68 выиграла 1447 билетов по 256 рублей. Номер 40 ровно. Номер 40 выиграла 2140 билетов по 173 рубля. Номер 34. Номер 34 выиграла 3497 билетов по 177 рублей. Номер 2. Служили два товарища, а? Номер 2 выиграла 8009 билетов по 92 рубля. Номер 44. Стульчики. Номер 44 выиграл 9081 билет по 116 рублей. Приближается последний ход. Номер 75. Номер 75 выиграл 13701 билет по 113 рублей. Игра продолжается. И главное это успеть. Разыгрывается последний тур. Зачерпнуть все билеты. Все номера в своих билетах. Все это зачерпнуть нельзя. Номер 62. Номер 62 выиграла 23705 билетов по 94 рубля. Игра закончена. В мешке осталось 6 бочонков. Олечка, мы сейчас подведем итоги нашего сегодняшнего тиража. Вы приготовьтесь к исполнению музыкального номера. А мы высыпаем все, что осталось. Все, что осталось в нашем мешке. Я прошу передать мешок в нашу тиражную комиссию. Валерий Федорович, Николай Егорович, проверьте, пусть ли у нас игровой мешок. А я тем временем называю номера, которые остались после окончания игры в мешке, именно по этим номерам. И нужно будет проверить, разыграна или нет наша кубышка. Итак, в мешке остались 1, 4, 7, 25, 37, 67. Как там кубышка? Кубышка не разыграна. Не разыграна кубышка. Значит... Значит, в нашем праздничном тираже, посвященном Международному женскому дню 8 марта, закручена страшная интрига. Кубышка, джекпот и призовой фонд
до 150 миллионов рублей автомобилей, квартиры в Москве. Вот что можно выиграть в нашем праздничном 439-м тираже, посвященном Международному женскому дню 8 марта. Ну, а мы продолжаем игру в нашем сегодняшнем тираже. Теперь в каждом тираже мы будем разыгрывать автомобили, и этот тираж первый. Очень приятно, что вы в нем принимаете участие. Осторожно, осторожно. Вот теперь я поставил мешок. Вот теперь наши бочонки все здесь. И мы вновь с надеждой вглядываемся в наш билет. Вот он, билет нашего сегодняшнего 438-го тиража. В нем персональный семизначный номер. Вот он здесь. Вот он, персональный семизначный номер. Считайте, что первая цифра в номере билета сошлась. Нам нужно определить остальные. Слева направо, используя канцелярские товары, зачеркивайте в своих билетах следующие номера в номере билета. Итак, первая цифра любая, вторая – 9. Номер 9. И девятку я опускаю на место, друзья мои. Вы понимаете, почему? Потому что каждая цифра может повториться сколько угодно раз. Николай Егорович, просим. 0. Итак, цифра 0. Далее. Далее 8. Номер 8. Восьмерка. И вернемся еще раз. Далее 7. Номер 7. Напоминаю, что мы составляем счастливый номер билета сегодняшнего тиража. Или билетов сегодняшнего тиража, которые выиграют автомобили ВАЗ-2110. Номер 6, точка внизу. Номер 6. Ну и сейчас настал такой торжественный момент. В номере осталась одна последняя цифра осталась, и все зависит от вас. Какую вытащите, вот те люди и выиграют. Это 4. Номер 4. Я прошу нашу компьютерную группу назвать номера билетов, которые выиграли наши специальные призы автомобилей ВАЗ-2110. Номера выигравших билетов 09, 08, 764, 19, 08, 764. Итак, я от души поздравляю вас, дорогие мои, с выигрышем автомобиля. Запомните, все, кто играет в русское лото, теперь автомобили мы разыгрываем в каждом нашем тираже. Итак, играйте, и особенно уж, конечно, играйте в нашем следующем тираже, посвященном Международному женскому дню 8 марта. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Желаю вам успеха на выставке. Прошу вас за стол тиражной комиссии. А я нашим телезрителям, радиослушателям еще раз хочу напомнить. Об этом можно говорить бесконечно. Подарите своим женщинам лотерейные билеты праздничного 439-го тиража. Такой подарок, с одной стороны, необычен и оригинален, а с другой обязательно принесет удачу, ведь в праздничном тираже разыгрывается уникальный призовой фонд до 150 миллионов рублей. Кубышка, джекпот, квартиры в Москве, автомобили Toyota RAV4 и 50 автомобилей ВАЗ. Каждый восьмой билет выигрышный. Русское лото подарить приятно, а выиграть легко. Ну вот и подошел к концу наш сегодняшний тираж. Еще раз напоминаю, что теперь мы приняли решение, в каждом тираже разыгрываем автомобили. Поэтому советую, учитесь водить автомобиль. Конечно, работники ГАИ, может быть, будут не очень довольны, потому что количество автомобилей, которые движутся на улицах, еще увеличится за счет русского лото. Ну, не обессудьте, работники ГАИ. Мы хотим удовлетворить желание наших игроков передвигаться на автомобилях. До следующего воскресенья в нашем праздничном тираже, посвященном 8 марта. А нашу сегодняшнюю передачу первый день весны завершает певица, молодая и очаровательная, которая дебютирует в нашей передаче. Ольга Сергеева!
зима той украшает лик своей фатой, укрыв чело и плечи. Ты вся в снегу, как в платье подвенечном. Свои глаза отводишь от земли. Кого ты ждешь в далеких небесах, когда весна, как живописец кистью, рукой небес твои рисует листья и свет дождя в распахнутых глазах. Любовь моя, Россия, любовь моя, Россия, и радость, и печаль твоя светла. Вдали кораблик журавлей, родной причал ему стал снова тесен, а ты стоишь и смотришь под небесье, и ждешь простого счастья на земле. Одной надеждою живем на свет любви, который с неба льется, и лишь тогда в надежде сердце бьется, когда свою любовь на свете ждем. Любовь моя, Россия, любовь моя, Россия, и радость, и печаль твоя светла. Я тоже жду.